21 ноября должен определиться следующий соперник для казахстанского боксера Геннадия Головкина. Во Франции пройдет матч-реванш между Хасаном Ндамом Нджикамом и Автандилом Хурцидзе. На кону поединка второе место в рейтинге IBF. Пояс чемпиона, как известно, у нашего боксера. Вместе с тем, чемпион мира по боксу Владимир Кличко считает, что, я процитирую, у Геннадия нет достойных соперников. В интервью нашему корреспонденту украинский боксер-тяжеловес рассказал, какой именно бой Казахстан чемпиона он хотел бы посмотреть. Я думаю, что поединок с Алварезом или же с Мигель Котто можно дальше. Дело в том, что в этих двух категориях можно уходить или ниже, или выше. Тот же Мэнни Пакьяо. Знаете, я думаю, что в дивизионе или весовой категории выше или ниже равных Геннадию нет. На данном этапе я не вижу для него конкурентов. Нас связывает одно общее. Мы родились в одной стране, в этом случае в Казахстане. И я рад тому, что Геннадий показал себя не только лишь на европейском рынке, но также на очень сложном американском рынке.